Порядка 20 обращений рассмотрено на выездном приеме граждан, который состоялся на Северном. Две недели, как жители микрорайона, живут в изоляции из-за случаев заболевания коронавирусом в селе Варница, что волнует бендерских северян в нашем сюжете. Основные вопросы касались расширения перечня продуктов питания для свободной реализации. Люди жалуются на ограниченный выбор овощей и фруктов. Отсутствует в продаже и свежее мясо. Беда многих малоимущих пенсионеров в том, чтобы теперь они не могут купить продукты в сети супермаркетов «Шериф», пользуясь дисконтными картами. Раньше люди специально ездили за покупками в центр. В нынешней ситуации такой возможности нет. Очень дорого в эти магазины. Зачем не делали нам «Шериф»? Мы бы купили и жили спокойно, а так не устраивает пенсия на эти цены. Второй по популярности вопрос – огороды дачи. У людей нет возможности попасть на территорию земельных участков за пределами Северного, заняться сезонными весенними работами и кормлением животных при наличии таковых. Заложниками карантина стали и домашние животные. Владельцы загородных хозяйств переживают за своих питомцев. Многим не хватает отведенного одного часа на работу по хозяйству. Мне только час дорога занимает. Я прошу, я не успеваю, не убрать. Сегодня один брал, завтра другой. Ну не успеваю. Чтобы не катались и теряли 2 часа. 4 часа подряд дайте. Ну с утра или как там. И мы успеваем. Правоохранительные органы пошли навстречу. Сейчас вместо положенного часа жители Северного могут проводить на своих участках до 4 часов в день. Предварительно они расписываются в предписании, где указаны правила требования в период ЧП. Также на приеме рассматривались и обращения об оказании помощи семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Из-за карантина лишились возможности работать. Жительница микрорайона регулярно посещала престарелого свекра, варила еду, выполняла другую домашнюю работу. Мужчина проживает на Варнице. Девушка хотела бы и во время карантина помогать родственнику. Позвоните в оперативный штаб, уточните. И позвоните в сельский совет Варницы, если у них волонтерская помощь социальная. Было рассмотрено порядка 20 обращений жителей микрорайона. Все вопросы, озвученные на приеме, будут обработаны и переданы в оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса. Напомним, приемы в опорном пункте Северного проводятся 2 раза в неделю, по вторникам и пятницам с 14:00. Елена Арасланова, Валерий Усвайска, Олег Машняга, Бендерское телевидение.